В Махачкале и Дербенте определены организации для сбора мусора. Это бюджетные организации «Махачкала-1» и «Горсервис». Об этом на сессии Народного собрания республики сообщил в РИО зампредседателя правительства Владимир Лемешко. Организации обозначены в качестве региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на один год. У них имеется лицензия. Сейчас мы предпринимаем меры для ее расширения. Для того, чтобы с 1 февраля, то есть с понедельника, они заявились в республиканскую службу по тарифам для получения тарифов на осуществление своей деятельности. Нормативные сроки рассмотрения на тарифных заявок до 2 месяцев, но мы максимальный срок в течение 2 недель эти расчеты осуществим.